Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Барабашка». Александр Собичевский разработал новый телесериал ситком «Барабашка», который дебютировал на онлайн-платформе «Премьер» в сентябре 2022 года. Продюсером шоу выступили «Лукфилм». После выхода первого сезона зрители ждут дату выхода второго сезона. Сперва сериал выходил на онлайн-платформе «Премьер». После выхода всех серий зрители смогли увидеть его в эфире ТНТ. Поскольку рейтинги и реакция зрителей бесспорны, сериал превратился в теплую, утешительную программу для зрителей, которые с нетерпением ждут дату выхода второго сезона. Комедийный сериал «Барабашка» только недавно вышел с первым сезоном. Конечно, всем фанатам сразу стала интересная судьба проекта. Однако создатели еще не приняли решение по поводу будущего «Барабашки». Проект не закрывали, но официально и не продлевали. Есть шанс, что дата выхода второго сезона состоится осенью 2023 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.